Экстренное предупреждение в Магаданской области. Ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду и метель в регионе. С начала недели экстремальные морозы. Столбики термометра опускались до минус 52. В некоторых районах отменены занятия для школьников. А теперь еще велика вероятность буранов. А снегопады, накрывшие накануне Москву, внесли коррективы в работу аэропортов. Более 30 рейсов прибудут с опозданием. Задерживаются и вылеты. Метеобюро отметили, что за два дня высота снега в столице местами превысила 10 сантиметров.